В соответствии с указом президента Республики Казахстан о проведении ежеквартальных встреч с населением, аким города Шымкент Мурат Айтенов в третий раз провел отчетную встречу с жителями Абайского района. Модератором встречи выступил секретарь городского маслихата Бахадыр Нарымбетов. Приняли участие депутаты и руководители управления. В ходе встречи ответственные сотрудники докладывали о результатах проделанной работы, и жители подтверждали это. В конце встречи аким города ответил на вопросы жителей. На встрече с жителями Абайского района, в состав которого входят 34 населенных пункта, пришли около 400 граждан 15 населенных пунктов. В частности, жители жилых массивов Жанаталап, Кызылжар, Алтынтөбе, Көкбулак, Тәуелсіздікке 20 жыл, Игілік, Жайлау, Акниет, Ынтымак, Ынтымак-2, Турлан, Жанатурлан, Акниет, Коргасын и Жиделе. Аким города подвел итоги квартала и отчитался о проводимой работе по решению вопросов, поднятых во время объезда населенных пунктов. Благодаря открытому диалогу укрепляется связь между госорганами и населением. А также за процветание города теперь ответственность будет нести три стороны. Эта работа в данном направлении будет продолжена. С начала текущего года Мурат Айтенов посетил все 72 населенных пункта мегаполиса, где было поднято 374 вопроса. По каждому вопросу было выписано отдельное протокольное поручение, выполнение которого находилось под строгим контролем. В результате на сегодняшний день решения 78 вопросов, 249 будут решены до конца года. По 47 будут проводиться работы в 2023-2025 годах. Кроме объезда жилых массивов, ежемесячно проводились приемы жителей районов здания акимата. Ажан Арапова, Лола Розуметова, новости.